Третий раз одного и того же человека судят за одно и то же убийство в Богородске. Летом 2018 года Борис Григорьев обнаружил тело брата жены с ножевыми ранениями и был обвинен в его убийстве. Его обвинили в этом преступлении, но суд его оправдал. Прокуратура настояла на повторном рассмотрении, но его опять оправдали. После этого прокуратура опять добилась пересмотра, и вот Борису Григорьеву выносят приговор в третий раз. Суд приговорил Григорьеву Борису Валерьевичу на основании оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей оправдать по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, в связи с непричастностью подсудимого к совершению преступления. Третий раз. Суд присяжных не оправдали. Почему изначально вас обвиняли? Я просто обнаружил труп в квартире. Это брат моей жены. Почему вас обвинили в убийстве его? Я не знаю, это все следствие. Я этого не совершал. Я рад, что меня оправдали третий раз. Я очень рад этому. Все. Я больше не просто много эмоций. Я счастлив. Все. Скажите, пожалуйста, как это возможно, что три раза человека осудили? Пресс-служба, все вопросы. Почему прокуратура каждый раз обжалует решение суда? Какие есть доказательства его вины? Я полностью уверен, что все три оправдательных вердикта, вынесенные, являются законными и справедливыми. Борис не может этого сделать. Почему? Потому что он не такой человек. А какой он? Он очень добрый, он такой вот прям доброжелательный, он не обидит вот мухи. Мне кажется, там ищут крайнего. Миша, которого убили, образ жизни, конечно, был у него не совсем это. Такой, не работал, по-моему, нигде. Пил, и вообще хулиган был, да. И над матерью издевался. Говорили, что он ее и бил. Как вы считаете, а кто реально убийца, от вашего мнения? Я не знаю. Вы знаете? Я не знаю. Спасибо. Кстати, Борис Григорьев даже успел отсидеть в следственном изоляторе, но, как он заявил, добиваться какой-либо компенсации он, скорее всего, не будет.